С ним вообще нет никаких проблем. А описание правки, которое... Описание правки добавлено
Нет, которое иногда нужно обосновать добавление и удаление. Коллеги, давайте вопросы подходим. Максим говорит, бот хороший, или гаджет хороший, но руки нужны к этому инструменту правильно. То есть вопрос не в том, чтобы, так сказать, исправить робота, а в том, чтобы научить людей правильно нельзя сказать, что это хорошо, что он нравится.
включении вот этих кнопочек, которые, собственно говоря, являются главными окошечки, их становится невидимым.